רגע, המדעני הלך למשחק הזה. איזה שהוא שחק. הוא אומר עכשיו שש. שש בידה. היי, המוזמו, כדי טואלט? Что? Что такое? Кино? Вот мне интересно, в данном случае это сказать тоновость языка с тоновостью песни напрямую нет. Мне всегда это было не совсем понятно, как вот читать. Но они читают. Нет, на самом деле, конечно, любой язык, на самом деле, там есть, то есть там не тоновость, я бы сказал, момент интонации в любом языке. Интонация есть, более того. Мы когда ездили, так сказать, в Таиланд, в квартире, а потом вместе с Таиланд. Что мы с кем ездили? Это Гонконг. Это я не понимаю. Я только в камерах понимаю. В аппаратах я не очень. Да? Там есть несколько типа диакритик, которые они добавляют, уточнить, какой гласный там. Это 95-й. Вау. Я посмотрю, как это. Ух ты. И посмотри, 95-й. Какие молодые. 95-й. Это давно. Это было 16 лет назад. Да. Теперь взрослый человек. А что он сейчас? На бирже играет. А? На бирже он? Играет. Он? То есть играет или он? Играет. Брокер? Да, брокер. Он, да, работает. У всех детей вылетел, а у него одного не было. Я натерпелся, но оно это самое. Почему? Он был один такой, что не снимают это. Таня. Даня, как вас называли? Даня. Ну, Даниил? Кто нас звал? Нет. Даниил, это по-моему, любой было это такое себе. Нет, я только одного. Я за всю жизнь свою в Советской стране знал только одного своего тезку. В стране Советский Союз. В стране Советский Союз знал только одного своего тезку. Мы отлично знали. Так, ну что, надо сюда. Потому что в Румкинске Даня родился уже после того, как мы уехали. Я просто более в литературу ездил. Да во что ты хочешь, я же не... Давай. А им есть литература. Изображай. Вот. Дело в том, что сейчас, страна теперь не деревенская, его при всей белорусской гордости его мало кто знает. Главное, они категорически не хотят, чтобы дети учили это язык в школе. Сколько меньше уроков? Кому у меня есть задача? Вот такая ситуация в Норвегии. Теоретически, как патриоты, они выступают, что национальным языком, государственным языком Норвегии был ландсмов. Фактически, если посмотреть надписи, Google принципиально писал по-русски. Сейчас ты потому, что ты не знаешь, что там. Пока очень просто. Нет, где есть таблицы, там где его нет. До сюда таблицы украины. Да, 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 да
Поворачиваем назад. Идем назад. Куда ж ты идешь? Мы же идем в салон. Мне очень трудно. Ты готов? Осторожно. Слушай, ты будь температурой сопредельной. Ну давай. Что ну давай? Осторожнее, стекло кругом. Так ты же не стоишь? Ты стоишь или нет? Или ты висишь? Вставай, либо на голову, либо на руки. Да я ж тебя с брюки с меня снимаешь. Я не знаю, что это такое.
Это папа собирался. Помнишь, я еще помню. Здесь лето взяла. Мандаринами. Мандаринами. Чу-чу. Жонглировал всем чем угодно. Мячиками, мандаринами. Йонатан, хочешь попробовать жонглировать? А, да? Ты хочешь попробовать? Он жонглировал. Он пришел на стол с разбега. זהו, אז אתה עושה או ככה כאילו, ויש לך שתי אופציות. או כזה. או כזה. А в молодости, да. Славьте молодость. Песню в молодости. Беседа. А ты же ждал.